После них на сцену вышла Тендерли Бае и начала петь. Когда я видел ее лайвы, я прям кайфовал от ее вокала. Но когда я опубликовал историю в инсте, подписчики начали ее хейтить. Вот это видео. Но в ее оправдание скажу, звук именно на самой сцене абсолютно другой, и люди, которые стоят впереди, абсолютно иначе воспринимают песни. А когда на сцене стоишь, то голос прямо на переднем плане, и из-за этого не так все звучит.